Привет, друзья! Как разделить квартиру после развода? Как по закону разделить квартиру после развода, приобретенную в браке, если истек срок исковой давности? Квартира оформлена на одного из бывших супруга, мужа или жену. Вопрос крайне сложный. Формально срок исковой давности по такой категории споров составляет 3 года. Если он пропущен, то зацепиться можно за момент начала исчисления данного срока. Как правило, суды берут за точку начала отчета расторжения брака. Однако Верховный суд дал по этому поводу разъяснение, указав, что датой отчета должна являться дата, когда истец узнал о нарушенном праве. В описанном случае придется доказывать не только факт приобретения квартиры в браке, но и обстоятельства, при которых вам стало известно о нарушении вашего права. В судебной практике были случаи раздела совместно нажитого имущества спустя 15 лет после расторжения брака. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. До новых встреч, друзья. Пока-пока.